Так. А здесь? Нарисовали что? Лук. Лук, который растет на дороге. Правильно. Посмотрите, ребята, оказывается, и здесь он лук, и здесь. Видите, это тоже что? Оружие. Лук. Давайте посмотрите. Первый звук какой в слове лук? Л. Он какой? Согласный. Согласный. Второй звук? У. Он какой? Согласный. Третий звук? Согласный. Он какой? Согласный. Ребят, посмотрите. На эту схему, на эту. Они какие? Одинаковые. Значит, слово звучит одинаково, но значения у них разные. Молодцы, хорошо. Сейчас отдохнем немножко. Встали. Пальчики вперед. Смотрим. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Налево. Направо, налево, направо. Делаем большой круг глазами. Все здоровы! Начинаем! Все здоровы? Я не слышу! Все здоровы! Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе попоем. Солнышко лучи стоит, любит скакать. Солнышко на облачко. Плечи, чтоб походом было легче. Все разрабатываем ноги, чтобы не уставать в дороге. Все разрабатываем шею, чтобы делать веселее. Солнышко лучи стоит, любит скакать. Солнышко на облачко перелетает. Все вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять. Еще раз. Так, ребята, вы любите играть, работать в паре? Да. Давайте вспомним правила работы в паре. Одна голова. Одна голова хорошо, а две лучше. Не будь. Не будь тороплив, а будь терпелив. Умеешь сам? Умею сам, научи другого. Сначала? Сначала подумай, потом скажи. А? Ошибиться? Ошибиться может каждый. Сейчас, ребята, будем мы работать в паре. Нетбуки вместе будете делать? Нетбуки, пожалуйста, поближе к себе. Заходим на буквы. Да, азбуки закройте. Азбуки закройте. Так, ребята, один ученик будет работать около доски, и вы будете, приготовьте зеленые кружочки, сигнальные карточки, пожалуйста. Нужно найти, где находится буква У, правильно? Так, сначала первый ученик, потом второй по очереди работать. Буква И. Это какое слово сначала скажи? Нет, это тихо. Так, лев не подходит. Так. Подумай. Это тигр. Тигр. В каком месте слышим букву И? Ти. Ти. Ну, подумай, подумай. Так. Ралина, подумай. Камила. Подумай. Сначала здесь у себя делайте. Камила. Так. Правильно, молодец. Если у вас так, поднимите зеленую карточку свою. У кого так, поднимите зеленый кружочек. Так, хорошо. Так, ребята, мы договорились говорить шепотом. Да.
Второе слово это что? Амир, Филипп, выйди, пожалуйста. Какая группа бесшумно работает? Где находится? И. Вылазится. Поднимите карточки, ребята. Карточки поднимите у кого так. Пошли дальше. Игла, да? Игла. Амир, вернемся. Игла. Где находится И? Так, следующее задание уже посложнее. А, правильно. Последнее задание. Такое же, Индира. Кого мы видим? Лоси. 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 Знаете, где И? Молодец. Так, Ралина, повнимательнее работа, ладно? Следующее задание, ребята. Это задание закрываем. Нужно написать схему звуковую, используя кружочки. Так, хотите? Шум. Так, кто наберет схему? Я. Айда, так. Кто-то у кого-то неправильно. Какое слово, Амина? Первое зеленое вода. Да, а то? Ну-ка, первый звук какой подойдет, Амина? Так, давайте камень. С или с? Филин Бигбол. Филин. С. Филин. 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 А, это же не филин. Слова. Филин. Это филин. Филин. Правильно, правильно. Мне не видно. Филин. Молодцы. Филин. Да. Это филин же. Это филин, филин, ребят. Это не сама филин. Фи. Амина, фи. Фи. Какой звук? Да. Дерево. Филин. Так, ну-ка подумай, Амина. Филин. Ле. 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 Ле какой звук? Филин. Так. Так, ребята, давайте потише шепотом, ладно? Так, молодец, правильно. Куда падает ударение? Правильно. Тяни. Молодцы. Так, хорошо. У кого так, ребята, кто правильно? Кто правильно сделал? Поднимите зеленый кружочек. Не вижу кружочки ваши. Так, хорошо. Следующее слово. Следующее слово. Это аист. Так. Кто сделает? Так. На доске кто сделает правильно? Так. Ну, Райан, попробуй давай. Аист. Первый звук какой? А, первый звук стоит. Молодец, А. Правильно. И. Правильно. Правильно. А, если. Так, молодцы. Ударение. А, если. Молодцы. Так, хорошо, ребята, остальное потом доделаем. Так, ребят, скажите, кто может похвалить своего соседа за работу? Так, Камила, хочешь похвалить Раиля? За что? Что он уступает. Уступает. Настя? То, что он правильно делает. Он правильно делает, молодцы. Так, кто еще хочет? Инзира. Молодцы. А тут? Так. Хорошо. Молодцы, ребят. А сейчас? Так. Пожалуйста, закройте нетбуки. Закройте нетбуки. И отодвиньте, пожалуйста.
Нет, не надо. Просто закройте и уберите. Так что сейчас мы с вами. Нет, не надо включать. Встаньте, ребята, все. Встали. Встаньте, пожалуйста, все. Так, на доске слова. Так, смотрим сюда, внимание. Так. Все сюда смотрим, внимание. Читаем первый столбик. Ли-ба. 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 Ли-са. Читаем второй столбик. Ли-ба. Ли-ба. Ли-са. Ли-на. Третий столбик. Ли-ба. Ли-ба. А сейчас сядет тот ряд, который будет тебя вести тихо. Скажите мне, ребята, почему некоторые слова написаны? Так, Карина. Потому что это имена. Молодцы, это имена. Сейчас найдите, пожалуйста, у вас лежат вот такие карточки. Берем красный карандаш и обводим букву И. Да, у всех есть карточки. Да. Какой буквой мы познакомились и что мы узнали нового?
Так, вот. Амир. Молодец, Амина. Правильно еще. Изира. Так, какой звук, ребята, и гласный или согласный? Руку поднимите все. Так, все должны знать. Ирина, какой звук и гласный или согласный? Ну-ка, покажите мне карточками, кружочками покажите. И какой звук? Все покажите, давайте. Так, какой цвет мы показываем, Камила? Вот какой, вот красный. Какой кружочек показываешь? Красный. Все хором, ребята. Красный, гласный. Так ведь? Значит, и все хором. Какой звук? Гласный. Хорошо. Так. Опустили. Почему две буквы «и» у нас? Камила. Потому что это страшная и страшная. Другая? Страшная. Молодцы. Встали. Красиво все встали. Урок окончен, ребята. Садитесь, пожалуйста. Молодцы. Так, рисуем смайлики. Так, у вас вот время осталось, да? У вас есть вот такие кружочки. Нарисуйте, пожалуйста, смайлики. Я сейчас вам покажу, какие они должны быть. Так. Ну, вы уже знаете, да? Даже показывайте нам. Да. Можно, можно. Рисуем смайлики. Так. Сейчас я тебе дам тоже. Так, вот наши смайлики, ребята. Ваше настроение на уроке. Вы рисуете смайлики. Можно? Да, можно.